В Польше из-за сильного снегопада и ветра порядка 200 тысяч человек остались без электричества. Также сообщается о двух погибших. По данным властей, они скончались от переохлаждения. Кроме того, сильный ветер сорвал крыши нескольких домов. Погода в Польше резко ухудшилась во второй половине дня в четверг. За сутки спасатели получили свыше 1200 вызовов.